Друзья, всем привет, меня зовут СПТВ, на канале Не Спит. Сегодня у нас 4 февраля, 3 часа ночи, как всегда, ребят. Рубрика «Чё почём», зыркаем, что у нас будет в магазине. Сегодня у нас из-за бага убрали вот этот вот пак с дельтапланом топовым. Ждем возвращения, прям ждем. Погнали смотреть, что у нас сегодня. Сегодня у нас, ребят, скинчик, с чего началась у нас вторая глава. Это Zero и воспоминания о прекрасных днях в виде дырки на спине, которую мы лицезрели вместо Фортнайта пару дней. Да, скин классный, мне нравится, как выглядит. Купил его с огромным удовольствием. Такие эффекты были просто бомба, я помню, вот тогда, вот когда вторая глава началась. Но все еще у меня не особо сет по нему складывается. Все еще жду каких-то предметов, когда я соберу на него нормально сет и можно будет играть. Ну, обертка, ребят, прикольная. Ну, кстати, бэквэк я его юзаю постоянно, прям очень часто, а вот сам скин, к сожалению, нет. Оберточка, обертка, кстати, довольно светлая будет. Если вы сбоку смотрите, она вот так, но в реале она будет вот таким цветом, серединой. То есть прям очень светлая. Что дальше? Дальше, ребят, у нас тупо лучшее вложение в баксов, да? Это стандартные скины, которые мы играли. Ну, это я шутил, если что, ребят. Стандартные скины, то, чем мы играли первую главу. Единственное, что в двух стилях. Для кого, как по мне, это вот... Вот кто любит стандарт и покупает вот эти скины, о которых я всегда говорю, с первой и второй главы, не поняв, с минимальными изменениями, но лучше уж взять вот это. Здесь хотя бы два стиля за 800 вы получите. Да, разница небольшая, но в целом вы за 800 с первого и второго сезона покупаете скины, там, а то и за 1200, которые изменены не намного больше. Так что у нас здесь винтажная Рамирес, у нас здесь начинающая охотница, у нас здесь юная дикая кошка, у нас также первая Банши, Джонси первый, новобранец Вулкан, изначальный изгой, классический ястреб, да. Вот такие скинчики, так, по стилям быстренько винтажную показал, вот эту мне придарили, спасибо большое, она мне, кстати, наверное, больше всех нравится, да, да. Это мне больше всех нравится, мне ее и придарили. Спасибо, чуть-чуть побегал, вспомнил олдскульчик. То есть если платить реально 800 за стандартный скин, лучше уж вот за вот эти, как по мне, чем там даже для Джонси что кинули. Слышал, Джонси стилей нет. Ха-ха, нормально, я в тот раз этого не заметил. Джонси без стиля. Ну, получается нечестно. У всех, да, у всех по два стиля, у Джонси один. Лол. Ну да ладно. Стандартный дельтик, ребят, тот самый за 500, на чем мы тоже летали. Ну, недолго, кстати, летали, потому что потом ты побеждаешь, зонтик получаешь и летаешь на зонтике. Вот на этом летали, не знаю, один день, полдня. Кто сколько. Ниже опуск... Я увидел ее стиль, я думаю, нифига, это что за скин? То есть вот так его увидел, думаю, нифига, что за скин топовый. Это Эльмира с новым же стилем, точно. У меня же чародей, ребят, но у Эльмира тоже очень хороша. Четыре стиля у нее, это класс стандартная, огненная, ледяная и как кубическая, да? Как ее назвали? Темный стиль. Офигенная, просто офигенная, конечно. Вот какие глаза сделали, просто бомба, вот эти синяки дикие. Мне очень нравятся все три стиля. Покупал я его, ну, я покупал чародея еще, когда был только один стиль. Сейчас им докинули стили, вообще имба. Дальше что у нас? Это посох. У посоха только два стиля. Могли бы кубический подкинуть так-то на него. Ладно, первый ледяной, можно с этим побегать. Но кубический можно было бы и подкинуть. Серферша за штуку 200 с бэкпэком. Ну, такой простенький достаточно скин. Не особо интересно. Эмоция электрошафл за 800. Деп. 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 О, киберспорт там сразу повеяло, ребят, подсолнух. Кстати, я сейчас вообще в разы меньше его вижу на людях, но я думаю, все равно еще многим интересно за 200 подсолнух. Ребят, аккуратный бэкпэк. И Snake Eyes. Друзья, с бэкпэком, с киркой, топич, рекомендую. Ну, мне он очень понравился, кирка вообще просто бомба. По... Что я хотел, ребят, обратить ваше внимание? Я хотел обратить внимание на то, что нам не вернули, не вернули комплект этого молодого человека.
С дельтапланом топовым. Это печально. Кто успел купить, конечно, искренне рад за вас. Кто не успел, сочувствую. Друзья, тег автора не забывайте. SPT073, если вам что-то понравилось. Если вы все еще не купили подписку Fortnite, а планируете ее купить. Если там Snake Eyes, если там покупаете игры в магазине Epic Games. Огромная просьба не забывать указывать тег автора SPT083. Это мой тег автор, и это огромная поддержка для меня. По новостям. Режим Мандалорца, ребят, обязательно отыграйте режим Мандалорца и выиграйте его. Там зонтик дают кайфовый, обязательно. Понятно, подписка, экзотическое оружие, понятно. И что-то еще там нам рекомендуют. Но, скорее всего, думаю, в новости у меня не поменялись. И должны, я думаю, стандартные скинчики туда в новостную ленту закинуть. Ну что, друзья, раз любите вот эти скинчики стандартные по 800, покажу вам я его сегодня в прицеле. Хотя, конечно, я на него насмотрелся в свое время. Первые полтора сезона я играл без покупных скинов. Полтора. Да даже два. Да, первые два сезона. Поэтому в целом насмотрелся. Бэкпэк, да, подсолнух. Кирочка. Помолотим. Обертка. И по эмоциям. Эмоции — это что у нас там? Электрошаффл, который будет в самом конце где-нибудь. Это электросвинг, вот он. И деб. Деб. Где там деб? Это не тот деб. А где обычный деб? ВГ, вот где-то тут. За просмотр, друзья, всем огромное спасибо. Жду вас на трансляции в... Когда там? Когда там у нас трансляция следующая? Четверг, 21:30 на Твиче. И еще новость, ребят. У нас перенесли ФНКС. Да, у нас перенесли ФНКС. Как вы видите, он должен был быть 4-7. Но, как вы видите, он 12 числа. Так что эту неделю ФНКС не будет. Ждем следующий, ребят. Еще разок спасибо за просмотр. Жду вас на трансляции 21:30 на Твиче, как всегда. Ссылку на Твич, само собой, найдете в описании. Так что подписывайтесь и приходите на стримы. Пока. Ребят, сегодня у нас еще прекрасный день, когда в PvE также обновляется магазин. Во-первых, не забывайте, если вы покупаете ламы, тут тоже есть такая волшебная кнопочка «Поддержать автора», куда вы можете вписать SPT-083. Что у нас в предметах? Я, ребят, PvE-шку каждый раз говорю одно и то же, что я не играю, абсолютно не ориентируюсь. Показываю только для тех, кто играет, ориентируется. И если в чатике меня попросят что-то показать, я покажу. Ну, в смысле, клацну, да, и раскрою. Но... В целом, для меня это все вот так, чисто картинки. Вроде все.